Новое оборудование для лечения коленных суставов поступило в Борскую ЦРБ. Для работы с современным оборудованием подготовлены также и специалисты. Стоимость оборудования, закупленного в рамках нацпроекта здравоохранения, составляет более 7 миллионов рублей. Правительство области выделило нам 10 миллионов рублей. Мы за 8 миллионов приобрели на конкурсной основе стойку и на 2 миллиона купили различные инструментарии для проведения артроскопической операции на суставах. Специфический эндоскопический комплекс, который позволяет оперировать суставы. То есть там просто специфическая такая настройка и специальные инструменты, которые позволяют делать эндоскопические операции на суставах. И кроме того, что стойка, очень важно, что мы обучили наших специалистов. У меня сейчас 6 травматологов, 3 из них обучены, и мы вот планируем уже осенью и эндопротезирование крупных суставов, но в первую очередь, конечно, тазобедренного дела. Поэтому здесь, знаете, как компьютер в руках дикаря превращается в молоток, здесь же вот эта стойка в руках умелых наших докторов превращается в очень эффективный инструмент возвращения здоровья. Преимущественно мы на сегодняшний день оперируем коленный сустав. Это очень востребованный вид помощи. В области у нас, к сожалению, всего лишь в нескольких учреждениях крупных такие операции делают. И надо сказать, что вот буквально за 7 месяцев прооперировано более 50 больных с очень хорошим результатом. И на сегодняшний день мы практически значительную часть северных районов области взяли на себя по обстоятельствам различным. Но в первую очередь просто потому, что мы готовы к таким видам операции, и просто специалистов такого уровня на сегодняшний день в близлежащих районах нет.